Соблюдение правил дорожного движения – гарантия безопасности на дорогах. Напоминать об этом регулярно сотрудников ГИБДД вынуждают участившиеся случаи ДТП с участием мотоциклистов. Только за 6 месяцев текущего года на территории обслуживания госавтоинспекции Щелковская произошло 15 дорожно-транспортных происшествий среди мотоциклистов, в которых 3 человека погибло и 16 получили ранения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является слабая водительская дисциплина, а также это управление мототранспортом в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима, несоблюдение также дистанции. Автомобилистов, отвыкших за зиму от присутствия мототехники на дорогах, также просят быть максимально внимательными при движении. Также хочется обратиться к водителям автотранспорта и попросить соблюдать правила дорожного движения, особую внимательность при перестроении, избегать резких маневров, также тормозить аккуратно и прогнозируемо. Не открывайте двери автомобиля, находясь в пробке. Автоинспекторы МОМВД России Щелковска совместно с отдельным специальным батальоном ДПС ГИБДД, а также с участием представителей мотосообщества городского округа Щелково провели профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в ходе которого было проверено порядка 300 водителей мототехники. 6 из них привлечены к административной ответственности. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.